Я вас люто приветствую, меня зовут Александр, добро пожаловать назад в Dark Souls 3, дополнение Ashes of Ariandel. И это очередная моя попытка записать игру без вылета. Не знаю, как долго я смогу пройти, не словив очередной баг. Честно говоря, я очень разочарован. Фромы, что же вы натворили такое, ребята? Все же нормально было. Изначально с игрой все было в порядке. Но последний патчик что-то наломал. Куча лагов, багов. Вот теперь еще и вылеты в дополнении. Ну, будем надеяться, что меня пронесет. О, сапоги преследователя. Давай посмотрим, что это такое. Даже интересно. О-хо-хо, это я буду долго их искать здесь. А, нет, нашел, смотри-ка. Сапоги из тех, какие носят преследователи Фарона. За воинами Фарона, поддавшимися бездне, начинали охотиться высокие, худые преследователи с пустыми глазами. От Фарона и Хранителя остались лишь воспоминания, но группы опустошенных преследователей можно встретить до сих пор. О-хо-хо. Нет, одевать я их не буду, мой сет волчьего рыцаря куда как интереснее. Пойдем эту противную муху заколбасим, а то она шуршит неприятно. Мне бы вот на самом деле просто пробежать. Давай попробуем, почему нет. Не будем с ними всеми сражаться. А просто пробежим. Ого! Какой-то прыткий оказался. Да блин, угомонитесь, мужики. Я же вас не трогаю. И вы меня не трогайте. Все по-честному. Подлечимся. Ну-ка. Ага, спрыгнуть-то они не могут за мной. Волк все-таки увязался. Ладно, давай поговорим. Слышь, хорош, да? Призывать своих братьев. Валим, 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 пока они не набежали сюда. Блин, увязались-таки. Блохастики. Так, 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 так. Ребята, нафиг идите. Идите нафиг. Чешите друг друга за ушком. Только от меня отцепитесь. Смотри, не отстают, а. Еще один. Да вас сколько здесь увязалось-то? Вся стая, что ли, пришла? Очень похоже на то. Блин, надоели. Отцепитесь, серьезно. Лохастики. Такое ощущение, что это самые опасные противники в этом дополнении. Так. И последний наш товарищ. Иди гуляй. Тогда проверим. Вверх не будем лезть. Тогда стоп. А как здесь подняться? Вообще можно подняться, нет? Похоже, что нет. Спуститься можно, подняться, нет. Здесь. Блин, загрел еще парочку волков. Так, убегаем, убегаем, убегаем. Все, лесом идите. Пойдем с викингами дружить. Блин, классное место, это Пизанская башня, меня прям заворожило в первый раз, я даже не мог ничего придумать, что про нее сказать. А это крутая штука. И викинг на меня сразу заагрелся. Давай. Давай драться будем. Ну и сюда. Ох, жесток, жесток, товарищ. Да, да ну нафиг. О-хо-хо. Не упасть бы со скалы таким макаром. Да ёперный театр. Смотри, какой пыркий гаденыш. Достал-таки.
Не-не-не. Хорош, хорош, погоди. Ай, блин, а. Суровый реально тип. Убьет, я убил, смотри. Блин, а с первого раза получилось. А сейчас уже не выходит. Так, ну что? Быстренько зарашим просто. О! Ты что, с запасом в меня метнул? Серьезно, метает, мечет свои пики с запасом. Так, в этот раз ты меня просто не подловишь на этом говне. Фу. Так, быстренько, быстренько. Бочком, бочком протискиваемся. И просто бежим подальше от Собакина, пока он выть не начал. Увязался, интересно, нет? Надеюсь, что нет. Вроде не слышу. Одна все-таки увязалась, скотина. Вот хрен ли тебе надо было? Жил бы себе спокойно, нет? Надо было прицепиться ко мне. Так, суровый викинг. Может, его стрелами заколбасит, пока он идет там потихоньку. Во, во. Спокойно, дядя. Нифига, он еще и таранит. Ох, ничего себе, он суров. Суров, мужик. Уходим, уходим, аккуратно. Еще не совсем понимаю тактику ведения боя с ним. Отлично. Ой, я про душу-то забыл. Чуть души свои не пролюбил здесь, однако. Осколок титанита. Ну, хотя бы что-то с него падает полезное. Так, давай сразу посмотрим, что здесь еще было. Тут было дерево вроде нехорошее. Так, дерево готово. Сейчас нам какой-то стелс-режим необходим, потому что здесь викингов с собаками. Просто конь налюбил. Куда не пойдешь. О, что-то мне это не нравится. Что за звук такой был? Только не говорите, что здесь тот же самый. Далеко. Успели огоньки с тебя слететь, нет? Угу, нормально. Что-то вас тут многовато. Для меня одного. Ой, собаки, собаки. Идите нафиг. Блохастые. Готов. Надеюсь, вы сюда не сможете подняться. Не сможете ведь, правда? Э-э. Вот и бегайте там внизу. Неудачники. Ох, ох. Неудачник. Не то дерево. Так, это кто? О, это лучник. Обалдеть. У них еще есть и лучники, однако. Викинг-лучник. Блин. Это печально. Так, а вот этот замораживает, да, и хватает руками своими, ручонками. Давай я тебя согрею. Ты что, слетает-то, говно всякое. Вынос кончился. Еще удар, еще удар. Отлично. Успела свою хрень в меня швырнуть. Может попробовать ломануться в башню сразу, может там костер. Будем надеяться, что я не ошибся. Блин, я похоже ошибся. Может наверху. Ну смотрю, мертвые викинги лежат. Ох, ё. Оперный театр, этот очень большой. Блин, блин, блин. Бежим отсюда, бежим.
Не, он не такой уж и большой, просто казался таким. А теперь побегай за мной. А я посмотрю, что наверху. Костерка-то нет? Да ну что ж за беда-то, а? Как же без костра? Ой, стоять! Надеюсь, он так не умеет. Я слышу ящерку. Хм-хм. Понятно. Блестяшек ты куча. Я очень надеюсь, что наверху костер. Очень надеюсь. Но судя по количеству пятен... Да. Мне, похоже, не выжить. И бэкстапчика мне не светит, наверное. Ох, ёперный театр! Нет! Собственно, это было за ВДВ. Ну да ладно. Задача минимум – забрать души. Задача максимум – найти костер. Да хорош, слышишь, фигней всякой в меня швыряться. И ты отстань. И ты отстань. Все отстаньте от меня срочно. Блин, смотри, а. Достал таки. У этих тоже какие-то стрелы самонаводящиеся. Так, собакин там негодует. Убежим, 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 убежим. Так, ну зато теперь я знаю, что костра там точно нет в этой башне. Проверить ее, конечно, стоит. Но позднее. Давай лучше уйдем сразу наверх. С викингом не будем драться. Наверх, не сюда. Куда, куда, куда? Где вход наверх? Быстрее, быстрее, быстрее. Окей, ты куда-то сюда. Отлично. Сразу собак приговорить. Да блин, вынос-то кончился. Давай, 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 давай. Уходи, уходи. Ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки деревья мешают, мешают, мешают. Блин, реально мешают. Очень много понатыкано здесь. Ай-яй-яй-яй, нехорошо так получилось-то. Как тут с собой собачки стоят? Блин, собачки и викинг. Ох, два лучника. Ёперный театр. Да ну нафиг. Вот наагрил целую толпу. Что я здесь делаю? Мне бы души свои забрать вообще. Может так и сделать? Удерем по тихой грусти. Заберем душонки. Может вы правда мне костерок где-нибудь дадите, а? Ох и блин. Волчара. Здесь просто нигде не выжить. Это печально. И души мои наверху остались. Ну шикарно просто. Да хорош! Просто отцепитесь от меня. Подняться, 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 подняться. Объяснуйся тебе там, дурак. Фу. Ладно. Ой, души мои, душеньки. Вот они. Так, теперь бы этого... Дурика. А, и мы не будем его трогать, мы просто вверх пойдем. На самом верху я не был, а что, правда, костер? На хрен бы там. Никакого костра здесь нет.
можно пройти по карнизу. Куда меня это все приведет? Ну, еще одна лестница. Замечательно. Слушай, а ну-ка, правда, там какой-нибудь костер. Нет. К сожалению, костра здесь нет. Нифига, здесь душ-то валяется. Классная башня. Жаль, что разрушена. Я бы поселился. Пепел капитана. Обалдеть. Так, ну давай спускаться тогда ниже. Я не вижу других вариантов. Наверное, вот на балочку на эту спрыгнем. А как иначе туда попасть? Других путей я не вижу. Так, ну-ка давай аккуратно. Ой, чуть не разбился опять. Ну что, немножко покоцаемся. Однозначно. Да, чуть-чуть прям. Милвудская секира, обалдеть. Что за секира? Дайте почитать. Секира милвудских рыцарей. Лезвие освящено символом божественного дуба. Внушительный топор для самых могучих воителей. Навык боевой клич. Офигеть. Ну, поскольку я топором не воюю, то мне это без особой надобности. Так, ну давай попробуем сбросить вот того товарища все-таки. Блин. Думал, что упадешь. Скорее всего, я упаду. Ого. Ух ты, ёперный театр. Да, это жестяка. Итак, друзья, я словил очередной баг и вылет, поэтому непонятно сейчас, что с моими душами. То ли они останутся там, то ли они пропали. В любом случае, нужно сейчас это проверить. Так, готов, подлец, кидать свои пики. Пики точеные. Один готов. Так, никто больше не заагрелся? Пока нет. Давай-ка пробежимся. Пробежимся. Опачки. Отлично. Давай, давай, давай. Уродец. Еще один. Отлично. Сейчас в спину мне прилетит. Нет, нет, нет. Все нормально. Все в порядке. Мне бы вот волчка сразу бы убрать, чтобы он выть не начал. Блин, начал выть. Зараза. Угомонись. Так, нехорошо. Бежим, 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 бежим. Скорей, 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 скорей. Вынос, вернись. Вернись, я все прощу. Давай, 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 давай. У нас еще много дел. Нам не до этого говна. Собаки, отстаньте. Блохастики прицепились. Так, ну ладно, с одним разберемся, я думаю. Еще один, что ли? А, еще двое. Так, ладно, я думаю, они отцепятся, когда я убегу. Что-то они не хотят отцеплять от меня. Отцепитесь, мелкие шавки. Так, там лучник у нас на башенке стоит. Угу, я понял тебя, товарищ. Давай, 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 давай. Ходу, 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 ходу. Отлично, прошел, нормально. Так, у нас здесь сразу... Блин. Ты какого? Я не вижу, не вижу. Не вижу нифига. Уходим, уходим вверх. Отлично. Быстро, 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 быстро наверх. Давай, 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 поднимайся. Ес. Души, души, где мои души? Твари, где мои души?
Фу, вот они. Мне повезло. Так, не агрим. Не агрим, товарищи. Так, есть у меня пинок ведь, да? Блин! Я тупанул. Я просто тупанул. Так. Один удар. Опять на лестницу. Ворот. Да блин, а! Не видно нифига. Нет! Фу! Таргет, отцепись. Где он? Давай так, поднимемся по-быстренькому, встретим его вверху. Или не встретим. Щит-то я забрал. Ага. Так, где он? Передумал, что ли, подниматься? Медлительный какой-то товарищ. Что-то топчется внизу где-то. И не идет. Так, вот там какой-то секретец, что ли, должен быть. Я допрыгну до него. Где и должен. Окей. Что мне это дало? Может помочь спрыгнуть. Ну, это я вижу, да. Еще и волк поднялся. Да вы издеваетесь. Вот дебила, а. Ну-ка, что у меня есть из метательного? Да, посмотрим. Что-то ведь должно быть. Отлично, есть бомба. Сейчас мы ее заюзаем, я думаю. Главное самому не упасть. Это будет неприятный моментец. Лови. Ой, а ты отхилился как? Или это второй? Дурацкая собака. А почему? Да ёперный театр. Этот-то почему здоровье восполнил? Я ничего не понимаю. Может помочь спрыгнуть. Что-то мне кажется, обманываете меня, ребята. Ничего это не поможет. Я сейчас душу потеряю с вами. Я загнал себя в не очень хорошее положение, честно говоря. Что ж с вами делать-то, а? Ух ты! Ух ты! Да... Не-не-не-не-не! Гигант спрыгнул на меня, зачем? Блин! По привычке жму эстус, кидаю гранату. Так, ну ладно, с собакой мы разберемся, а гигант, я думаю, не поднимется уже. Собака-то где? Собака тоже упала, что ли? Ну и ладно, мне же лучше. Бросающий титанит, это прекрасно. А, ну да, вот и собака, вот и гигант. Хорошо. Слишком мало места здесь для маневра. И камера шалит. Если ты в таргете, то считай все. Упал, разбился, труп. Может расстрелять этих хитрецов внизу? Давай так и сделаем. Не будем с ними сражаться здесь. Зачем мне это все? И там так много. На, получи, фашист. Блин. Я буду долго выковырять. Так, 150 наносит урон эти стрелы, а эти. А, вот эти получше.
Быстрее заковыряю, давай. Вот так. Ну, надо было брать другой лук, который стреляет большими стрелами. Ну и последний. Отлично. Так, Собакин, ты где? Отлично, Собакин, поднимайся. У меня подарок для тебя. Лови, фашист, гранату. Хорошо. Дай-ка все-таки чекнем наверху. Ничего не осталось полезного? А то я, может, что-то упускаю. Вроде бы не должен. Нет ведь? Где-то мне предлагали спрыгнуть. Там ведь тоже ничего не должно быть. Никакого уступа. А мы сейчас наверх поднимемся, проверим. Ну что-то мне кажется, это наедалово. Хотя, ну вот тут же есть у нас мостки. Может быть, и там тоже? Что-то мне не верится. Не, вон же дырка. Может помочь спрыгнуть. Ага, спасибо, ребят. Добрые. Оставили послание. Так, ну да, здесь я забрал пепел. Кстати, чей там пепел был? Давай посмотрим, чей был пепел. Так. Пепел, ты где? Nope. Я его как-то запотерял. А, во. Пепел капитана. И все? И все, больше ничего не написано. Служанка в храме. Ладно. Значит, это просто у нас дополнит ассортимент служанки. Ну, ну и пусть. Видимо, ради этого вся башня здесь и затевалась. Так, а мне дальше вот не в ту сторону надо. Интересно, а здесь я могу пройти как-то? Не хочу обходить, там еще собака, кстати. Большая. Мини-босс такой. Ну давай потихоньку пробираться. Сейчас спустимся. Там внизу, я надеюсь, никто меня уже не ждет. Все, кто ждал, уже разбились или погибли. Да ведь? Аккуратно, аккуратно, не навернуться. А то уже достаточно потратил эстусов здесь. Так, еще один волк остался. Ага. Ой, еще гигант. А ты очень сильный. Да блин. Ого. Просто уходим. Не будем с ним сражаться. Тут волки, волки. Так, пей скорее, пей. Еще один. Так, уходим от гиганта быстрее. Давай-ка за башенку сныкаемся куда-нибудь. А, видимо, никуда если сныкаться. Досадно. И камера вверх не поворачивается. Не проверить, есть ли там уступ, на который нам предлагалось упасть или нет. Фу, ну давай подеремся теперь с этим мини-боссом. О, блин. А что-то я не хочу. Не хочу. Нет. Фу, нифига себе. Нифига себе я упал. Вот отстой. А куда это я вообще? Так, погоди, а не то ли это место, где блестяшка была? Очень похоже на то. Да, так и есть. Отлично, здесь душа. Это хорошо. Это замечательно, мне просто в принципе нет тогда никакого смысла возвращаться к этой башне больше.
Если только я не хочу помериться письками с этими викингами. Тогда уже просто будем продвигаться вперед. Ой, что за яма такая? Что за яма? Можно вниз как-то попасть? А что там? О, костер, костер! Давай, давай, давай! Отлично! Отлично! Это уже радует. Сейчас мы посмотрим, что мы можем прикупить. Нам... Ага, да-да-да, давай. Давай продадим тебе сначала наши души замечательные, которых у нас набралось немало, должен сказать. Прекрасно. Возможно, даже на уровень хватит сейчас. Держи пепел. Отлично. Да, это мы все знаем. Показывай. Купить предметы. Так, что у нас появилось нового? Давай смотреть сразу по отдельности. Так, ну здесь я ничего полезного нового не вижу. Разве что комок заиндивевшего мха, но он, мне кажется, был. Ну, пепел появился, скорее всего. Изысканный самоцвет, это здорово. Мерцающий титанит. По-моему, я все это выкупал в прошлый раз. А может, это с прошлого раза осталось? Что я не уверен. Так, по оружию что-то появилось новое? Тоже не совсем догоняю. А что у тебя появилось новое? Такое ощущение, что все то же самое осталось. Все те же самые доспехи. Так, палача, изменника. Доспех огня. Это все у меня уже есть и так. А, все, я понял, что появилось. Появился шлем милвудского рыцаря. Шлем из тех, какие носили милвудские рыцари, украшен рогами, принадлежавшими благословенному зверю божественного дуба. К тому моменту, как его наконец отыскали, легендарный милвудский лес превратился в пустошь, посреди которой возвышался медленно гниющий божественный дуб. От прежних обитателей не осталось даже остовов, хотя их вещи лежали повсюду. Ясненько. Так, ну все, ради, получается, ради доспеха стоило только туда лезть. Ведь это на какого персонажа? На тяжа? Вес 7.1. Вес 16.4. Ну да, это на тяжеловеса. Можно, конечно, прикупить, попробовать одеть, посмотреть, как будет выглядеть. Но я не уверен, что я буду в нем бегать. Мне больше нравятся вот такие доспехи. Подвижные. Так, сколько мне не хватает на уровень? Нужно душ еще 80 тысяч. Ну, ерунда, можно отправиться дальше тогда. Но, как вы понимаете, друзья, делать мы это будем в следующий раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, заглядывайте в группу ВКонтакте. Всем котиков и совушек. Пока.